Черносошные крестьяне в русском государстве 14-17 веках, крестьяне, жившие на так называемых черных государственных землях и не находившиеся в крепостной зависимости от помещиков. Первоначально большая часть крестьян были черносошными, однако по мере развития помещичьего землевладения их число в центре страны сокращалось. К 17 веку черносошными крестьянами остались только те, которые жили на окраинах и прежде всего на территории русского севера. В центре